Команда ИСТУВЫ приняла участие во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов «Пара Крым-2017» в Евпатории. Соревнования проходили на стадионе Центра спорта «Эволюция», где прошло и торжественное открытие. В рамках фестиваля около 500 человек из 65 регионов России соревновались в 5 спортивных дисциплинах – легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пауэрлифтинг и дартс. По итогам командного зачета первое место заняла команда из Челябинской области, второе – коллектив из Иркутской области, третье – представители Санкт-Петербурга. Участники ИСТУВЫ заняли призовые места в личном первенстве. Ариана Хертек завоевала бронзу в беге на колясках на 100 метров. В этом же виде на 400-метровке участвовала Кармела Мангуш, мастер спорта России по стрельбе из лука, среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Чимбак Хенделен занял 5-е место в теннисе, а Кыргыз Чалым – 9-е место в пауэрлифтинге, подняв штангу весом 70 килограммов.